Тима, но они. Давай скажи. Тима, конечно. Не знаю, проводку-то нам придется переделать. Да, да, да. Дело в том, что крыс мы потравить не можем. Ну правильно, тут же животные. Нет, это не, даже не в животном беда, а в том, что мы своих можем потравить. Крыс? Животных. А, если на крыше насыпать, то... Да какая разница, они притащат отраву и сюда, поэтому они у нас... У нас все животные, в принципе, ловят крыс. А, ну поэтому, и все. Да, они могут... Кормежка. Котофеев побольше заедет. Могут отравиться. Лежат, видите? Да, нормально. Мы в прошлый раз говорили, что у них... Ляжет, поиграет, то прибежит, та ее чему-то боишься, научит, то опять прибегает с новыми игрушками, да? А почему вы их вместе не... Ну, пока... Рановато еще пока. Пока это весовая категория раз. Ой, привет, привет. Фальц, не надо. Откусит. Случайно. Просто если схватит, не вытащите. Не, я супер аккуратно. Вот это...